флага Российской Федерации. Именно сегодня мы создаем историю нашей страны под флагом, цвета которого символизируют силу, веру, благородство, любовь к Родине. Это те качества, которые во все времена помогали нам побеждать. Легендарный триколор утверждает преемственность поколений, укрепляет патриотический дух, объединяет разные народы, стремление сделать Россию единым и сильным государством. Под этим флагом наши соотечественники совершают подвиги, демонстрируют выдающиеся научные, трудовые, культурные и спортивные достижения. В этот день мы желаем нашей стране и всем жителям нашего поселения процветания, здоровья, успеха и благополучия. С Днем флага России! Я рисую.
мощь и сила в российском флаге есть. Он для нас и символ, достоинство и честь. Серебряный чулок, видал.
2021 году Дню государственного флага Российской Федерации исполняется 26 лет. Соответствующий указ был подписан 20 августа 1994 года президентом Борисом Ельциным. А за три года до этого, 22 августа 1991 года, высший орган государственной власти, Верховный Совет РСФСР, постановил считать трехцветное полотнище национальным символом Российской Федерации. В тот знаменательный день флаг впервые после огромного перерыва развивался над госучреждением, Домом правительства. Ставшим символом государственного переворота и окончания целой эпохи жизни страны, триколор стал постоянным спутником нашей жизни. Oh,
Thank you.
чувствовать себя прекрасно в этом мире, нужно, чтобы рядом был близкий человек, а сердце, чтобы было наполнено чувствами. Любви красивой и земной мы от души сегодня вам желаем, где будет мир теплом согрет, любовью сердце наполняем. С праздником, с Днем флага Российской Федерации!